улица Маклакова. Пошла дальше, дошла до пекарни. Добрый хлеб. У нас сегодня внука Вовочки день рождения. Он живет далеко, на Украине. Нужно купить что-нибудь вкусненькое. Попить чай. Ёжик симпатичный. Ой, корзиночка какая с фруктами. 120. Женское счастье. Малиновый слон. Блинная йогурт. Вишневый сад. Тирамису наша любимая. Сметанник. В общем, выбор есть. А вот и вкусные пирожные из кафе.